К отопительному сезону дошкольные учреждения стали готовиться задолго до его начала. Все для того, чтобы с наступлением холодов малышам было как можно комфортней. Сегодня часть детских садов, которые еще не получили паспорта готовности, посетила спецкомиссия. В ее составе сотрудники Энергогазнадзора и Управления по образованию. Первый объект – ясли-сад номер 26. О предстоящем осенне-зимнем периоде здесь начали думать сразу же после завершения предыдущего. Начинаем централизованно проверять оборудование, то есть манометры, термометры и приборы учета. У нас еще в прошлом году поменяли окна. Это тоже влияет на тепло, на сохранение тепла в детском саду. Во время так называемой приемки объекта акцент на состояние самих помещений, пунктов системы отопления и электроснабжения. Специалисты проверяют приборы учета, документацию, выполнение работ по гидравлическим испытаниям и промывкам трубопровода. Замечаний нет. И видно, что подготовка к зиме проводилась. Акты испытаний нам показали, что проведены испытания, промывка системы отопления. На всех приборах есть клейма госповерителя, на теплосчетчике есть свидетельство об очередной госповерке. Я думаю, после рассмотрения всех документов мы зарегистрируем паспорт готовности на данное учреждение образования. Следующий объект – ясли-сад номер 25. Здесь к отопительному сезону практически готовы. Замечание лишь в отсутствии куска изоляции на трубе, но нарушения обещают устранить незамедлительно. 71-й сад тоже подошел к комфорту детишек основательно. Впрочем, 25 учреждений дошкольного образования Ленинского района уже готовы к зиме. Помимо ремонта систем отопления проводится работа по капитальному строительству. Все для уюта малышей. На данный момент отдел образования готов к работе в осенне-зимний период. Нам осталось всего лишь зарегистрировать 5 паспортов готовности. По итогам прошедшего отопительного сезона у нас не было ни одного отказа в работе системы отопления, не было жалоб на низкие температуры. Если какие-то немножко недоработки были, мы их уже все исправили. Не боятся встретить осень жилищно-коммунальное хозяйство, промышленные, торговые предприятия и организации. Уже зарегистрировано 24% паспортов готовности потребителей и около 40% локальных котельных. Тем временем сроки уже поджимают. К 1 сентября к отопительному сезону должны быть готовы все без исключения. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.